Привет, друзья! С вами Алекс из Китая, и сегодня мы прогуляемся по пешеходной улице Цаньмэнь в Пекине. Пешеходная улица Цаньмэнь находится в южной части площади Тяньаньмэнь. Это крупнейшая охраняемая зона древнего Пекина, являющаяся также единственным деловым районом площади Тяньаньмэнь. Улица Цаньмэнь, так же как и площадь Тяньаньмэнь и запретный город, расположены на центральной оси Пекина и считаются сердцем китайской столицы. Улица Цаньмэнь – это пешеходная торговая улица, длиной 845 метров, проходящая в тени деревьев. На ней восстановили старые пекинские трамваи. Большая часть зданий на этой улице – в стиле древней столицы. Посетители здесь могут погрузиться в воспоминания о старом Пекине. У улицы Цаньмэнь долгая история, благодаря которой было создано множество китайских торговых брендов. Всего здесь представлено 16 старых брендов, таких как фотоателье Дабэй, ресторан Лач Женьсин, магазин головных уборов Шимсифу, старинная лавка соевых приправ Любидзюй, аптека Тунжэньтон, мануфактурный магазин шелка Жуйфусин, аптека Чинчунтон, обувной магазин Нэйляншин, чайная фирма Чжэньюань, а также мясная лавка Юэшэньчжэй, торгующая засоленным мясом в сои лавка, торгующая лепешками с мясной начинкой, шаомой, дуйчо. Все эти заведения расположены по обе стороны улицы Цаньмэнь. Пешеходная часть ее невелика, если дойти до ее окончания и следовать дальше строго в прямом и южном направлении, примерно километра через два, вы дойдете до еще одного знаменитого памятника средневековой архитектуры. Это храм неба. Сегодня улица отреставрирована, имеет очень оригинальные постройки в восточно-западном стиле, для туристов входит старенький трамвайчик, издающий звон колокола и сопровождаемый человеком в форме синего цвета. Уличные фонари, украшающие ее, оригинальны, они выполнены в виде клеток для птиц, другие имеют вид барабанов. Здесь вы окунетесь в атмосферу и колорит старого Пекина. Улица торговая, здесь устраиваются распродажи, демонстрации мод, предлагают дегустацию чая, в ресторанах сможете отведать утку по-пекински. Здешние магазины, кафе и рестораны имеют очень респектабельный вид, что нельзя сказать о пересекающих ее и параллельных ей улочках, которые создают целый торговый квартал, с бесчисленным множеством лавок, магазинов, аптек, ресторанчиков и небольших гостиниц.